Шумно, волнительно, торжественно и многолюдно. Нарядные ученики, выпускники, педагоги, родители, бабушки и дедушки заполнили фойе так, что яблоку негде упасть. Линейка началась с добрых слов и напутствий. Особое внимание тем, кто только вступает в школьную жизнь. Поздравить учащихся первой школы пришли представители управления образования корпорации ВСМПО «Висма» городской библиотеки. Но больше всех рады, конечно, ученики. Они делятся друг с другом впечатлениями от летнего отдыха и смело строят планы на будущее. Мы очень рады, что настал этот праздник, 1 сентября, точнее, 2. Хотим хорошо сдать экзамены, хорошо учиться для будущего. Друзья новые. Видим своих одноклассников после долгого лет. Я иду во второй класс, и я иду в школу, чтобы научиться знаниям. Главные действующие лица праздника – это первоклассники. Они не тушуются и настроены решительно. Для них первый день в школе – долгожданный день. Буду стараться учиться на одни пятерки. Самые трепетные чувства испытывают родители маленьких школьников, первоклашек, перед которыми в этот день открывается дорога в мир взросления. Мама плачет, мама вся такая от радости. Я очень сентиментальный человек, да. Мне нравится. Учительница у нас очень хорошая. Мне очень нравится. Хорошо все. Не меньше переживают бабушки, на плечи которых в первое время ложится немало хлопот. Внучка Татьяны Левина идет учиться не только в ту же школу, но и к тому же педагогу, что и дочь. Однако бабушка все равно переживает. Будем заниматься, помогать учиться. Ей еще 6 лет, ей нет 7 лет, ей будет труднее, чем другим. Зоя Сажина привела открывать в мир знаний внучку. В этот праздничный день ей немного грустно, а все потому, что она сама выпускница первой школы. Жалко, что нет школы. И даже, по-моему, нет фундамента. Вот хочу сейчас подойти, посмотреть, и это обидно, что школы нет. И даже нам собраться, выпускникам, уже каких-то дат абсолютно негде. Собираться будем, наверное, во дворце так же. Как и вот ребят провожают 1 сентября, так и мы будем встречаться здесь. Тем не менее, праздник удался. Особый колорит подарил школьный вальс и, конечно, первый звонок, который открыл 2013-14 учебный год в школе, строительство которой так ждут сотни детей, родителей и педагогов. В школе, которую любят, традиции которой так бережно хранят.